сколько, точнее, захвачу точек, столько контейнеров я в итоге... Кто правильно ответит, сколько точек в итоге за весь ролик захвачу и сколько контейнеров я открою, тот получит у меня промокод на контейнер. Просто так, бесплатно. Всем привет, друзья, с вами Big Tanks, и сегодня я записываю рубрику «Захватил точку, открыл контейнер». Вот такая вот необычная рубрика, но думаю, она вам зайдет понравиться. У меня есть контейнеры, и в принципе все зависит от меня. Сколько я открою, сколько, точнее, захвачу точек, столько контейнеров я в итоге открою. Поэтому вот такой вот челлендж, типа, я сам для себя поставил. Тоже поддержите лайкосики, наберем 1000 лайков, я запишу еще такую рубрику. Так, а вы считайте тоже, давайте, кто правильно ответит, сколько точек в итоге за весь ролик захвачу и сколько контейнеров я открою, тот получит у меня промокод на контейнер, просто так, бесплатно. О, крит ошибка, прикольно. Так, одна точка у меня есть, я буду записывать это все дело себе в голове. Себе в голове, короче. Короче, одну точку есть, один контейнер я открою. Я могу сразу открывать, вот я не знаю. Либо открывать в конце. Опа. После видоса. Так. Я, кстати, вообще тут на этом аккаунте, где у меня изитка М2 под М3 прокачана, буду играть. Так, как думаете, перестреляю, нет? Так, если я должен его перестрелять и забрать точку. А, он лагает. Нет! А, блин, капец. Ну, короче, одну... А если мы, допустим, команды захватим? Не, все равно, короче. Если я участвую в захвате, значит, эта точка будет моя. Смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре точки я могу спокойно осилить и все забрать. Так, гоу-гоу-гоу. Я предлагаю вообще уехать в тылы. По тылам. Тихо-тихо. О, отлично, спасибо союзникам. Все, и можно вот так вот тихонечко захватывать. Так, гром едет. Сейчас я их на изи перестреляю. На изи, прям на изи, прям в переносном. Так. Так, минус один. Минус 2. Итого, вторая точка есть, мы захватили. Так, ну эту я уже не успею. У врагов бы забрать бы. Ну, иди сюда. А, блин, не заберу. А, все, его убили. Так, блин. А, тяжко. Слушайте, а что у меня тут вообще по пушкам? Я не помню, что у меня на этом аккаунте есть. Давайте зайдем, чекнем. Такс. Блин, один ближний бой. Да ладно, капец, у меня три пушки М1, и все они ближнего боя. Капец. Ну, кстати, я вспомнил, я же набивал, видите, вот листва у меня тут осенняя, красочка анимированная. И я тогда прям на ближнем бое так тащил, разносил всех, и прям... Поэтому я решил, даже прокачал фриз, и зитку купил тоже М2. Так, отлично, поехали захватим точку, потому что она единственная осталась у нас здесь, которая захвачена врагами. Так, предлагаю ее сейчас прям забрать. Ребят, наберем 1000 лайков, я запишу еще такую рубрику, я пойму, что она вам нравится, и поэтому следите за статистикой видосика, поглядывайте, и что там, пишите мне в ВК, типа, Лех, там, смотри, там 1000 лайков набрали, иди записывай рубрику. Так, все, я вроде бы почистил тут все. Вот так вот немножко. Все, меня уже трогать никто не будет, все, я забираю. Так, рельса. О, рельса немножко. М2, смотрите, Хорн прогрузился. А что, на пятом уровне уже М2 можно это? А, Хоризи, по-моему, М2 на пятом уровне. Так, есть третья. Это третья точка. Есть. Но если я там... Будет много точек у меня в итоге, если я буду ошибаться, там вы это... Поправляйте меня в комментах. В следующем видосе да открою еще какой-то. Блин, не спас. Так, три у меня есть. Пускай заберу, чтобы я захватил. Тихо. Заберите точку. Ну, блин, ну что ж ты прогнал его? Я тебя лечить не буду. Забери, жирный мамонтенок. Все, отлично. Все, дальше они уже не поедут. Так, о, Изольда. Изольдочка. Пересосали раз. Убить. Фух. Опа-на. Он уезжает по своим делам. Сейчас давайте я убью. Блин. Сейчас он себя убьет. Капец. Что-то так потно. Мне бы пушку какую-то, типа рельсы. Дальний бой, ближний бой. Кстати, я на первом месте. Несусь. Так, давайте соберем фул нарку. Хотя не, фул нарка мне не нужна. Все равно она сейчас закончится, пока я доеду. Так, поехали. Может, васпик взять? Что-то меня и так никто не может убить. Слушайте, сейчас давайте я заеду. И если меня никто не сможет убить... Точнее, если меня сразу убьют, то я переоденусь. Вот. Возьму васпик. Потому что на васпике будет быстро все. Динамично. Так, я захватил, да? Я присутствовал? Вроде бы да. Окей, это плюс мне один. Итого у меня 4 контейнера. Отлично. Я вроде бы захватывал, надо будет пересмотреть при монтаже, ну ладно. Так, короче, 4 у меня есть. Стоять. Так, нужно забрать.
их много. Блин, ладно. Слушайте, а если сейчас возьму васпик, так я потом фиг захвачу точку. Не, мне нужно на викинге, наверное, оставаться. Не, останусь на викинге. Блин, у меня там еще... У меня есть молот. Пиндоур. Пиндоур охраняет точку. Все, отлично. Такой охранник мне нравится. Давай, Пиндоур. Пиндоурил я тебя. Все. И сейчас будет 5 контейнеров. Правильно, 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 правильно. Еее. Да, есть. Все, отлично. 5. Я оверку нажал. Блин, я нажал оверку и меня слили. Вот это прям лайк, вот прям от жиза, да? У кого тоже такое было, нажимаете оверку в последний момент, и в этот момент вас убивают, и оверка исчезает, и, короче, в итоге вы умираете. Прям больно. Стоп, захвати, захвати. Ну, куда ты поехал? Ну, подожди, ну, зачем? Стой, ты меня не видишь? Да не видишь меня? О, братва подъехала. Пацаны, захватывайте точку, я сейчас всех искусаю. Я сейчас через аптеку еще уеду, пацаны. О, все, забрали, спасибо, спасибо. Приветики, а теперь я иду кусаться. Кто не спрятался, я не виноват. Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Ой, сколько точек для меня. У меня уже... У меня сколько там? 5 контейнеров, ребят? Я что-то уже сбился с счета. Я заигрался, короче. Вроде 5. Так. Прям много. 2 минуты всего. Блин, всего 2 минуты. Мне надо хотя бы еще 5. Хотя бы, чтобы получилось неплохое открытие. Так, смотрите, сейчас прям конвейером буду захватывать. Давай, дружище, становись в эти точки. Да куда же ты поехал? Так, одного искусали. Второго тоже. Красава, давайте я подлечу. Все, мы забираем. Так, 6. Едем на точку С. Давай, 7-ю. Забираем. Есть. Дальше. 8-ю. Стоп, 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 не кусайте. Давай, давай. Изитка. Изитка, я тебя подлечу. А-а-а. У него оверка, он сейчас сам себе захавает, да? Нет, не захавал. Ничего себе, адекват прям. Давай, забирай, забирай, забирай. Точку Д. Мне нужно подъехать. У меня 7 есть. 7 контейнеров. Ну, не знаю, что может выпасть с 7 контейнеров. Ну, ладно. Уже неплохо. Уже хорошо. Так, я предлагаю... Тут уже все забрали пацаны наши, союзники. Я предлагаю поехать быстрее Амиру помочь и забрать эту точку. Стой, подожди, Амир. Давай я сейчас вместе с тобой заеду, я тебя подлечу. Все, вообще изи. Все, забираем. Давай, 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 давай. Я сейчас его убью. Вообще, смотри. Шух. Все, забираем, забираем, забираем. Подъезжай. Давай, давай, Амир. 8 контейнеров, отлично. Отлично. Вообще класс. Кстати, еще карта такая прикольная мне попалась. Бойня. Я специально такую карту смотрел, чтобы побольше была и больше точек. Потому что, знаете, если тот же плато, да, там все точки сразу заберутся. И все. А, кстати, точка чья? Наша? Или нет? А давайте я ее заберу. Она, получается, это будет что, 9-я будет? А ну. А, да, 9-я. О, отлично, у меня 9 контейнеров. Ребят, 9 контейнеров. Давай еще, блин, еще по одну точку мне где-то надыбать. Но я уже все. Блин, тупо все точки наши, смотрите. Вот что сейчас делать мне? Все точки мы забрали. Ну, ё-моё, ну 9 контейнеров, в принципе, неплохо. Ну, нормально. Ребят, давайте открывать контейнеры. Так, отлично, все. Первое место я забрал, 50. Блин, мы 50 точек забрали, я в шоке. Очков набрали. Так, заходим в гараж. 9 контейнеров я должен открыть. А у меня 10 контейнеров, блин, почти. Почти, давайте открывать по фасту. 3500. Ну, неплохо. Еще кристаллики. А что мне с этими кристалликами делать? У меня, типа, на этом аккаунте, ну, вообще ничего не нужно. Хотя, если будет какой-то ивент, вот нарки мне сейчас насыпят, вот у меня по 800, по 600, ну да, на какой-то ивент, типа, звездной недели, мне пригодится это дело. Но вот кристаллики... Хотя кристаллики на МПКшки и зиды. Мне же нужны МПКшки. Сколько у меня там? У меня 3 шага. Либо купить пушку боя дальнего. Рельку купить. Слушайте, может я рельсу куплю в следующем видосике? Ребят, давайте 1000 лайков тогда наберем. Я куплю рельсу в следующем видосе. Вообще класс. Как раз поднакоплю. А, все. Ребят, я поднакопил. Офигеть, блин. Плюс 25 тысяч. Все, у меня уже на рельсу хватает. Все, я могу прямо сейчас ее забрать, но нет. Я ее не буду покупать. Вдруг скидки какие-то будут, хотя вот только что скидки были. Да ладно, короче, в следующем видосе я куплю рельсу. Я хочу рельсу и еще вкачать ее под М2 сразу МПК фул. Просто будет жесть. Так, ну, вроде все, да? Все контейнеры. Блин, я 10 открыл. Я ну... Я увлекся открытием, блин. Короче, открыл 10, случайно я заболтался, ё-моё. Короче,
9 точек захватил, открыл контейнер. Ребят, такая рубрика получилась. Если вам понравилась такая идея, затея моя, то поддержите лайкосиком видос. Ну а с вами был Big Tanks. Участвуйте в конкурсе, который был в видосике. Все, всем удачи. Всем пока, друзья.